Там какой-то Дарт Вейдер, блять, нарисован. Второе. Блять, танки. Наверное. Хомяк расскажет. Он посмотрел мультик. Что-то Дарт Вейдер вышел танк чинит. Зефириши, да. Ну, ариш, ёбаный. Блять, сука, Диабло ёбаная, блять, Закарум ебаный. Да? Бать, они машину поломали, нелюди. А, вот, наверное, баба, которая ко мне. Вон, кстати, алхимик какой-то рецепт. А, стоп, она. Чё она делает? Чё она дает? Создает новые предметы из разных. Узнать рецепт, на. Чё, как это сделать? Накануне войны. Ну-ка, этот мудак не сможет колдовать два раза на вечер? Чё, о, я же говорил. У этого ролика нету звука, как-то странно даже. А. Короче, здесь уже может заколдовать по два раза предмет. А. Ну, в третьем акте, значит, три можно. Ох ты, качественная вставка. Вставка ингредиента 3. И рецепт. Заебись. Качественно вставила, да? Да вообще. Ебать, я все деньги слил. Трансмутатор, а что он делает? А он из предметов другие предметы делает. А-а-а. Ну, допустим, 4 или сколько там? 4 оранжевых. Делается другой вот оранжевый. Вот он химически, да, улучшает. А, вон, смешивает. 3 зелья здоровья. Ладно, заебись. А как, блядь? Как сделать 3 зелья здоровья? 3 разных зелья? Ебучий ты енот, опоссум, не знаю, кто ты, блядь. Нихуя не хочет колдовать дальше оружие. Заколдовывать. Тварь. Паскуда. Павка 3 штуки. Что-то я не очень понимаю. Накануне войны. Зелье здоровья. Надо купить просто 3 разных уровня. Зелье в ком где торговит. Блять, надо все квесты пойти собрать. Тут один еще. Блять, дополнить. Ёбаный в рот, мы что, на каких-то куриц теперь работаем? Да. Индики переростки. Ну, в прошлый раз был страж другой, он там воды видит. О, а тут что-то это. О, кузнец. А, это лучше. Кузнец делает. Скажите, что там у него есть? Из так. Брони будет что-то. Вот тоже истерия тут. Он бутылками не торгует. Кто, блядь, бутылками торгует? Я хочу попробовать этого ебучего алхимика. А, вот он. Блять, продавился стул, надо немножко. Продавился стул, чего? Да, это... кресло, блять, не поддерживает спину нихуя. Блять, а как мне маленькую теперь бутылку надыбать? Сука. Она не продается уже? Ну да, у нее только средняя и большая. Ну-ка, эту хуйню. Так. Что он сказал? Welcome, Batman? А. Короче, 3 бутылки здоровья предыдущего уровня делаются в одну следующего уровня. Прикольно, ну, то есть 3 маленьких. Так у него можно камни соединять или нет? Вот у этой вот алхимической колбы можно камни. Да, 3 камня дают этот. Одинаковых, один большой. Один камень, другой, ну-ка. Ну там не написано большой или нет? Лучше одинаковые. А где, сука, сундук-то, блядь? Ну, следующего достоинства, короче. Ну, где, сука, сундук? Ну вот, внизу, где это... Откат умений. Где откат? Я уже паниковать начал. Лишили гондоны сундука. Ну-ка, давай посмотрим. То у меня уже катастрофа в сундуке. О,
и качественная вставка. Чё это такое, блядь? Чё, улучшило что-то или чё? Ну я собрал 3 зелёных камушка, и мне дали фиолетовую херню, ой, не, оранжевую херню, которая называется... ну значит, ну... Качественная вставка. Значит это, ну... Значит это так работает. Значит пеликан не даст нам силы. Давайте в пустыню быстрее. А чё с этим делать? Крошка имбирита вон мне тоже дали. А как взять себе, я что-то не понимаю. Она у тебя в инвентарь падает сразу. А, короче, им похуй, ты можешь им любую всунуть. Да? О, заклинание воздаяния. Воздаяние. Так, а там еще есть одна любая вещь без оправы. 2 самоцвета уровнем ниже вещи. 8-8. Слышь, чё? Макс, тебе нужен этот заклинание знаток вооружений. Его можно вообще отдать? Дилеманы. Уникальных вещи 4. Уникальные. О, это оранжевые, блядь. Ёбнутая что ли, лиса? Я тебе где 4 уникальных вещи найду? Ну, она меняет 4 оранжевых вещи. На одну новую, видимо. Какой-нибудь говно даст еще взамен. 100%. А ну-ка. Пошлите уже. Да, они, короче, предыдущие. 3 бутылки предыдущие этой маны меняют на. Надо саму выпилить, иначе начнёт срать на голову. Зелье маны, либо уникальные. Я хочу попробовать крошки. Не, нихуя она это. Просто в синий переделывает. Надо попробовать ей ещё подсунуть одну вещь с дырками и 2 вещи без дырок. Чё, почесали, чё тут делать, ничего. Сейчас, подожди, хомяк. Мы тут развлекаемся. Пора навстречу приключениям. Адвенчура это или чё это, сука, блять, мать вашу. Мы тут развлекуху нашли. Чё там? Взрывах. Хуйня. Она, наверное, дырку сделает. В недырявой вещи. Где? Кто? Баба эта. Чё за баба? Где она? Всё правильно же. Алхимичка, что ли? 2 самоцвета. Сука. Какого уровня это? 21-го. Пульта там. Где тебе, блядь, самоцветы 21-го уровня возьми? Ты поехавшая? Это точно. Ну, короче, я хуй знает. Ну, смысл, допустим, с этих камней, если не видишь, то их можно потратить на эту поебень. А в принципе я потратил все. Нахуй, смысл все равно от этих маленьких камней. Ну идем тогда вниз. Сейчас я положу в сундук. Держи своего радужного друга подальше от меня. Началось. Хомяк, я видел, как ты тусовался рядом с этой радугой. Пантера, мочи его в пах. А, интересно, ну-ка подождите. Ничего. Отгребет пантер, там бандаж стоит. Это оставим. Вот эти. Я пойду, короче, 4 вставки оранжевых ебану. Посмотрю, что случится. Ух, блин, красивый ветерок, так пыль летит. Охуительно. Короче, это плохая затея. Мне дали одну синюю. Графа не включил в пустыне Диабло, тут даже четче все прорисовано, блядь, чем Диаблина. То есть нету такого. Ну короче, нет, я сунул 3 оранжевых вставки и получил 1 синюю. Меня кинули. Вот вы говорите мультяшность, а тут замыливание и света вот этого ебучего намного меньшего. И да намного. Никто не говорит, что тут графика хуёвает. Наоборот, говорят, что тут заебись. А в Диабле хуй распознаешь, что это за мут, пока не приблизишь. Селшейдинг. Ну да, а чё? 2 секунды, не беги так быстро. Он даже сначала сяду, а потом ты подбегай, всё. Теперь укладывайся. Нет.
О, тут еще задания какие-то. Руины, блять. Кстати, я сделал карту в центре экрана, но это такая хуйня. Блин, а лупят неплохо уже. Смотрите, мобы как пиздец. Это просто слабый. Иссушающее касание. Второй уровень. Надо котику своему дать. Пусть он их иссушает. Началось, опять ебаный яд. Мобы сейчас начнут пиздить. Так, тут особенно крысы из этих углов, из этих вонючих берлог, которые нужно будет закидывать потом. Бархана. На бархане цветы не растут. Только не по лицу, да. Коту, что ли, взять ошейник? О, нихуя у меня. Сколько заклинаний. Ой, это броненосцы, блин. Вернее, это панголина. Им нужно разбивать ебучие панцири. Ох, ё. Короче, теперь у твоей пантеры будет друг разноцветный. Хомяк пусть даже гомофобский. Да тебучий саламандр. Он не из наших. Чё-то, блядь, они слишком жирные стали, не находишься. Одержимый обезвиживающий взгляд. У меня котик теперь при уроне здоровье себе сосет. Есть такой защищенный, и скелета еще зовет. Ну все остальное потом. Вы куда-то опять входите, блять. Я заебался постоянно в кого-то входить. Щитоносцы какие-то, блять, на меня напали, пидорас. На нас напали. Ты просто, хомяк, бегай где-нибудь там же, где и мы. И все будет нормально. Ядовитый луч. Пизду, нихуя себе. Пантерки ебашут, блять, шоколоиды эти. Я говорю, блять, на втором уровне уже ощутиться, а на третьем мы будем просто помирать через каждые 10 секунд. Ну, да если успокойся, ты качаться будешь правильно, то не будет. Ты просто не прыгай в лужи с ядом, и все хорошо будет. О, башня Луны из Dark Souls 2. Сейчас самое интересное. Сейчас Гаргулова поставит портальный дверь. Тут будет, кстати, Мантикор и ее друг, блять, босс двойной. Два ебучих здоровых гаргуля. Наши питомцы с аурами подружатся с ним пару раз. Совершенно заурядный портал ведем. Угу. Ой, бля, тут три слайма героя, бля. Бать. Ой, что нахуй, отстанет. Сука, они обкончали всю землю.
штука, маленькие эти слаймики. Убивают мне как. Я самого большого на себя, по-моему, отлил. Я не... Они, блядь, еще умирать нихуя, эти мелкие не хотят. А эти мелкие, они, короче, подползают и дебошат. Блять, надо выбегать из этого говна. И шаг назад, блядь. Это ты чё, Сталин, блядь, что ли? А, не уронил, да? Меня ёбнул. Ну я не отступаю. А если я портал открою? Ты сразу портал! Не, он может портал... Он тут сразу появляется. Здесь сразу, нормально тогда. Главное всем разом. Главное, чтобы дублировать. Сука, главное, чтобы эти маленькие пидоры ко мне не подходили. Хомяк, беги! Я так бегаю постоянно. Ебать, он жирный, пиздец. Это ММО какое-то ебучее получается уже. Неудивительно, почему их третья часть. Да пидрячие эти мелочи. Да отъебитесь от меня, вы взрываетесь, больность. Мелочь меня долго. Да почему ко мне-то, а? Стратегия нужна нахуй какая-то, ребят. Мы почти их победили. Капляна. Доктор Смола, ебал я таких докторов, нахуй, таким точно на прием не запишусь никогда. Всё, отлично, победа. Вали всю оставшуюся хуйню. Ой, ко мне приближаются, пиздец. Ебать, у меня мана кончилась вовремя. Не, из-за того, что нагрузка на видео, даже игра подлагивает. Нет, 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 нет. Пацаны, слышь. У вас игра не лагает, нет? Ну, иногда пролагивает такое ощущение. ППС просто упал. ППС. Она не лагает, ладно. Но она медленнее становится. Становится, да, потому что много объектов, блядь. Дать нам что-нибудь полезное, да? За эту хуйню, да, да, да. Я что-то блять, еще не одна вижу, груда. Интересно. Одно золото. Да хулиард денег, блядь. Нет, только. Хуйня какая-то. Сундуки. Может, сундук о, есть? Было что-то фея, это, оранжевое. Да, надо поглядеть. Я относительно... Сначала уровень за уровень. Броня бесплодных земель. 5 запаса ман, весь запасу за здоровье, блин. Че еще? О! Боевой ключ спешки надо, не? Нет. Максим. Сила 63, 27 уровень. Не надо, да? Сила 63 это че? О, у меня что-то дохуя неопознанно. Неизвестный щит. Блять, че, у меня опять на тебя ботинок? Плюс 18 ловкости, плюс 12 урона, да? Во, это для меня. 4 урона и плюс еще 6 урона, блять. Ну-ка, покеш. Да я на инженера, он хули покеш. Хуёво. Еще как, блять, хуёво. Инженер, тебе ключ нужен, нет? Ключ? Боевой ключ спешки. Давай я тебе сандалик покажу, я хуй знаю. Так, сейчас. Блять, я вот. На, забирай, там разберешься. Пузыри, блять, пузырики. Ну да, нормально. Так, сила. Вот именно, блять. Сила, да, да. Нормально. Я не жалуюсь. Да я так и понял. Кто-нибудь дал мне, чтоб я тоже не жаловался, что-нибудь.
Блять, видишь? Ты не тот класс выбрал. Судя по всему, мы все не тот класс выбрали. Потому что падает явно не на тот класс. Смотри, слабо, все съебались. Бросили меня тут одного. Ну, в Титан-квесте Василиски попав с ней были. Ну да. Знаешь, в Титан-квесте дроп попав с ней был. Ты что так кто? Не знаю, но он... Кашот! Как вы так, кашот! Правда, брали. Какую-то шерсть. Ну и что? Под ногтей. Оп, нихуя себе. О, броненосец. Ебучий покемон какой-то. Бать, тут как-то бесконечно в трубу дудит. Барта, ты капум. Я тебе покажу капум. По сравнению со сломанным радио из Jetsons Gas 2, это еще нормально. Когда ты из этого лаза стрелял, там даже музыку заглушало нахуй просто. Неужели это подземелье вообще без привязки к чему-либо? Может потом в него сходить? Еще задание появится. 26 уровень, за нас просто окучат там. Ой, перестань очковать. Ты просто не беги сразу им в лоб, ты, блядь, нихуя так не говорит, там. Говорит, как будто мы на карте. Начинал бы тогда берсерком, доломился вперед всех. Ты уже этого Музафара освободил? Кого? Ну, на зеленый вопрос бегал. Я нет. Да нет. Помнишь, задание тоже не выполнил. Мы зашли, мы сюда тут не добираемся. Ну ладно. То я подумал, блять, может я упустил что? Так у тебя и кот, и собака? Блять, как ты на съемной хате живешь, и как разрешили? Обычно же залупаются. Ну, попались такие более-менее. Ага, нихуя. Ну это как бы это. Просто обычно хуй. Ну да, частенько такое бывает.
О, я тоже нашел свиток коллекционера Буны. Так что, когда у нас будет много миллионов денег, мы сможем два раза их вызвать. Если будет. Ну да. Но надо просто не умирать, блять, и всякой хуйней не заниматься. Типа, блять, перенакладывание попытки нормальных чар. Сука, панцирь сломан, теперь не такой крутой. Грузи его, Юнкерс. Конечно, и там опять, блять, один вот остался. Конечно, мы твои друзья, мы тебя не бросим. Если ты рядом будешь. Хомяка в беде не просим, 228. 1488, да? О, пидор с ключом. Сука, она съебалась. Не знаю. Но я начал ее бить, и она улетела. Блин, ебаный какие-то бедные. Мне, видимо, надо успеть завалить. Чтобы она отреспилась, это в игру, что ли, надо перезвать? Чтобы она отреспилась в игру, что ли, надо перезвать? Нет, видимо, это хуйня с ключом. Я пока стоял, торговал. Пиздец какой-то начался. О. О, тут еще один восклицательный знак зеленый. Нахуй, нахуй. Ну вот как раз, наверное, 100 подземелья, которые мы дал. Так, арбалет зеленый. Кожаные брюки. Блять! Хуя, опа, получил. Я тут нашел, пацаны, этот танк ебаный, который по мультику был. Вот опять ты там хуй пойми, где бегаешь, пиздец. Ну я бежал к вам по короткому пути, а тут танк. Да, да, да. Помогите, говорят, в починке на танк. Бежал по короткому пути и не добежал. Меня пизданули. Это был очень короткий путь. Что за восклицательный знак? Пиздец. Блять, погодите, парни. Надо отправить эту хуйню. О. Лучше чем. Сейчас я сову отправлю. Блять. Уруру, блять. Еще какой уруру тут, блять. 16 ловкость, отлично. Ёбаные эти, как они там в Звездных войнах были. Которые пиздили технику. Эти что ли, как их? Джавы? Ну, наверное. Мелкие такие, да? Пустыни, да, мудаки. Ну, это джавы. Ты чё там запал на камне? А, это не игра запала. Да вы там съебались. Я продавал хуйню. По периметру карты. Блять,
О, тут можно нырнуть в мана-гейзер. Не нырнуть, а заюзать его. Блять, а где это в этом финалке там в какой-то части? Какая она, третья, шестая, как там правильно? Где они тоже используют кристаллы с магией, чтобы машины двигать? На снески последняя часть. Шестая. Ну она там, блять. Она третья по американке вроде бы, да? Нет, наоборот. В американке она третья, а шестая она в японке. Короче, я бабахнул колодец. В принципе, то же самое получил. И ачивку. Все получил или одну? Ну, так же 6 получил. Там же 6 попыток рыбачить. Ну, я 6 получил. Просто, может быть, качество похуже. О, вот оно. Задание здесь. Я еще рыбачу. А ты, хомяк, что, отрыбачил? Нет, не рыбачил. Он залупился. Давайте порыбачим. Я-то нет, я просто бахнул и побежал там деньги. Костян. Ринговка существа, что это? Костян. Нормальный такой этот бабахнул. Тоже на Паш Питой, если вы знаешь, что самый слабый. А как звучит-то, да? Пауки какие-то рыбы, ты поймешь, блядь, ты просышь. Ратибор Карасачев. Рыба. Что это? Бешеная рыба, хуй. Не стреляют они ничего так по жести, на 150. Кусочек не дают его амбирит. Амбирит, да, взрастет. О, ебать, какой большой скелет. Ну. Какие-то там, блять, врата. Дрог. О, чей это портал? Это мой портал. Это этот основной. Просто транзитный. О, крабик. Тут какое-то это родилище этой хуйни ниже. Нет, в смысле этих петель. Там звезда наебошена, из нее всякая. Да нет, она ничего не делает, что звезда. Блять, отбегай, отбегай! Не отбежал. Я увидел сообщение о смерти еще до того, как ты отбегай начал кричать. Какие-то обратные ползут. Ох, ё! Шоколоиды, блять. Новый уровень, 23. Отлично. Уже странно, щелкнул появиться рядом с игроком. А, нихуя не появился рядом с игроком. Алло.
так с дровяной пустыней посмотреть на карту. Ну. Да, и, блядь, если учесть, сколько мы уже бежим. Почему я не могу зайти в навыки? Что за хуйня? Букву F нажми. Не могу. Не нажимается. Это лак у меня, по-моему, пролагало, блядь, дико. Че, можешь зайти, нет? Нет. И пробел не работает, и инвентарь ебучий не выдвигается ничего. Может, у тебя, блядь, кнопки запали? Да, попробуй в город телепортунуться, а потом назад. Сейчас. Хуйня какая-то, блядь. Не, не робит нихуя. Панель питомца, главное, открывается, мои панели нихуя. Может, не инвентарь, может, нихуя. У тебя проклятие лежит? Какое проклятие? Ну ты зайди в город, к торговцу подойди, там хоть как панель откроется. Сейчас, походу. Инвентарь-то там точно откроется? Ну да, открылся, а так нихуя. О, все стало, отключило, блядь. Нет. Пиздец какой, а. Да, в основном рыбешка. Так, крабовая икра, чтобы скормить питомца. Да. Крабовая икра превратит вашего питомца в крабовой. Понятно. Паук-вампир, блядь. О, я нашел еще охуенную вещь. Блять, во что моя пантера превратилась? Что ты с ней сделал? Изящная пантера превращается в пиздец, блять. Изящный. Какая летучая мышь, блять. А! Пизда тебе, короче, хомяк, ты тебе... За нами еще скелет ползает. Он сейчас Тюману сольет, пытаясь его убить. Видишь, хуярит с радугой. Ага. О, нихера себе. Какую-то хуйню дадут. Имбиритовую. Я превращаюсь в некроманта потихоньку. Там герой. Ой, сзади говно еще какой-то бежит. Хороший, красивый. Доски, блядь. Ну, еще рыбалка. Рыбачу, потом пойду там. Какая-то хуйня сидит. Непонятная. Крабья икра. Блядь, скелет к тебе ползет. Да это все свои. А че он ползет, а не это? Необычный. Ну, в такого скелета превратилась, рыбу сожрал. Так,
Я же говорю, хомяк поедет, ёбана там. Пытаясь их расстреливать. Он вообще что-то пропал. Да здесь. Пули не рыбач. Как не рыбач? Криво, ну да, видел. Динамит, наверное, это в принципе попроще. Давай динамит запускать. Платная броня, блядь. Лоскутная витуза. А где динамит лежит? Надо покупать. Покупать, пизда. Три зеленые шмотки выпал. Ну, в принципе, я когда в прошлый раз бомбанул, тоже пес, что ли, зеленых вывалилось. Кожу нашли. По итогу. Я нашел железную броню, которая какая-то хуйня. Ну вот не надо было этого делать, а? Блять, я ничего не поймал. Отбежать, ёбан. Пизду, дайте я убегу. Ой, нихуя, как он больно это делает. А, он еще и за мной бежит, ну вообще мало. А, их двое? О, с него какая-то поебень упала, да? Да. Радужный. Войти в разломы. Сука, еще один радужный, а. Ошейник. Нашу. Охуительный. Эта игра стала толерантна еще до того, как это модным начало. Бля, я не туда поднялся, ребята. Я так же. Сука, помню эту хуйню, блядь, друг Мантикоры, это пиздец, конечно. Да ладно, нас теперь трое. Может, что-то у тебя воспоминания какие-то? Предвзятые. Ну да. Вот, по-моему, здесь друг Мантикоры. Там не так страшно. Там еще хуже. Да, блядь, в любом случае нас сейчас трое. Вот что за говно. Help me! Блять, да опять он на меня бежит. Какого члена этой странной партии? Шурдак Асан. Ну да. Асан, Шурда. А ну. А чё ты видишь, подойдёшь мне? А кстати, он вот этими своими хуйнями почти урон не наносит. О, Джигурда отъехал. Джигурда отсосал. Так, оранжевое кольцо. А, ну... Ты то определил, который я тебе, Мартин, кидал оранжевое? Да. Она у тебя зеленосвет называется? Блять, подожди. Если я его вообще не сдал. Нет, шести палочек. Просто он выглядит так же. Кольцо шести палочек, блядь. Саркофаг. А у вас палочки нет. А вот и мужик. Блять, надо, наверное, уже какую-то другую стихию поднимать. Как например, туда попасть, блядь?
Он закрыл, блин, дверь, пидорас. Спасли, а он закрылся. Спасет меня, кто все равно не откроет. Ебучее время. Куда вы не можете попасть? Там за чувашком закрытая калитка. А, я тут кого-то спас уже. Тут мы про то место и говорим. А я его спас. Ну да. Ну за ним. Но я его спас, да? За ним калитка и хватит. За ним был задний проход. А, вон там, где сундук. Ага. Да. Мы не смогли туда попасть. Блять, сука, мозоль уже набил от мышки, нахуй. Нихуя ты нежный. Мозоль от мышки. Ебать, руку вдавил его ебучий стол. Нет, сквозь стены тут нигде не ходит. Странно тогда. Башня лунная, блять. О, у меня еще одно очко навыков. А, ну короче, получается, все-таки уровни славы дают очки навыков. Все-таки. Чем больше пидорасов захуярим легендарных, тем больше очков легенды, блять, заработаешь. Легендарный победитель очков? Ну, типа того. Так себе звание, знаешь. Ой, блядь, опять он полный, а? My inventory is full. Эй, вы чё опять убежали всех? Мы тут спасли одного существа. Тут сундучок, кстати. Подождите. Кого вы тут, блядь, опять без меня спасли? Заперто, сука, заперто! Заперли все сундуки. Ой, миник. О, этот мудак стоит. Кстати, вот эта тварь. Сука, она опять съебалась. Она, это, наверное, типа, по карте по всей летает. Это, наверное, типа, но... гоблина, да? Да. Ставят ли не зачаровать? О, 8000 всего стоит. Давай. My inventory is full. О, портал в преисподнюю. Нам чё, не пойдем? Надо пока в преисподнюю. Че, все рыбачили уже? Нет. Че, рыбачить будем? Так, ну давай пока, сейчас я этого отправлю своего кошака. А тут всего три раза. Холодный жетон какой-то. Кусок жетонного имбирика. Так... понятия не имею. Огромный криворыл, блять. Большеглоток. Ядовитое кольцо. Пистоль черного пороха. Комплект. Опа, холодный жетон. Защитательный жетон для питомца. Какой-то крест на... фашисты. Гитлер, да? Югенов, блядь, да. Вот церемониальный кушак регента. У меня регента что-то есть уже, вроде нет. Сейчас я еще своим питомцу жетон возбуждения дам, и у вас вообще не делай этого, остановись. За что? Your pet has departed. О, хомяк. У меня есть рубашка, если ты сет соберешь. Который сет? То будет, наверное, неплохо для тебя. Детство. Показывай свой сет. Показывай секс. Сейчас я тебе покажу. Ну ладно, давай. Че так, ладно, давай, нихера ты. Верни обратно. Кстати, получше, чем моя рубашка немножко будет. Стрисок. Ну просто она еще с этого, там, если сет собрать, вообще неплохо. Плюс там, еще. Там крита накидывает.
Адова. У меня, кстати, есть штаны для нее, для регента. Ну вот это, блядь, да... Возьми ты это золото, или оно с той стороны. Че, куда идем? Пока никуда. Пока все тут трёмся. Так, ладно, я тогда сове, блядь, крест накину. А чё тут этот чувак опять сделал? Ну он может повысить ещё, блядь. Наверное, пока с ним все не поговорят, он не съебёт. Я питон, ещё не подходил. Питомец вернётся из города через... А, ты... Моё зачем ты тут показываешь? Воу-воу-воу! Хуя себе я. Где этот пидор стоит, я забыл. Колод. А, я с ним уже говорил, он съёбу дал. Тварина. Ну туда, блядь, свернул. Саботоны. Your pet is back from town. Так, всё, ох, ушак регента ништяк. Мое существо вернулось, можно идти дальше. Так, давайте отправим. Так, вот. Про этот спуск вы говорили? Нет. Этот преисподнюю вы нашли. Преисподнюю вон там портал. Выше этого был. Вот тут. Ой, блядь. Оттуда, короче, всякая хуйня лезет. Это дом какой-то. Пошли. Идем туда. Черную дыру, нет? Я не знаю, вдруг там задание еще какое-то будет потом. Что, два раза туда ходить. Но у меня только башня Луны светится, выполнена. Сдать его сходить. Ну вот он как раз. Вот. Черт. Сто 29 урона. Дробовик. Нет. Может, дробовик качну. С плышом. Светалось. Чё светалось? Ну, бывает смеркается, а бывает светает. Вся. Скоро 24-й возьму, я от вас подотстал немножко. Ни хрена себе немножко, а скоро 25-й возьму. Ну, видите, я помирал долго. Бегал мимо. Не, мне до хера еще. Видать, Макс бегал мимо, до хуя. Да. Он сейчас на броненосце качнусь немножко. Там рвет сейчас. Вопросительный знак. А вот не подойти. Что ты делаешь? Толстый ёпта. Тебя магия не может передать.
Не, она наводится. Он там каких-то мелких упырей кинул. Блин, я через ебаный бархан не могу приступить. Без нога я хуево. Ёбаный брат. Они броненосцы заёбывают, блять, недолго, и сломалась спина. Так, левел ап. Хрен знает. Еще столько же вывалилось. Герой пизда. Опа, она! Акона Грозный за Кулеврин. Это, короче, это как тут для инженеров пушка. Урина. Короче. Да. Ну, Кулеврина, это, блядь. Она, короче, здоровая такая пушка. Мортира, блядь. Она с песом для инженеров. Сделана, блядь. Куда-то съебались, тут квест можно задать. Это, где-то по-моему, только... основной, или как? Где-то только хомяк не сдал квест, просто получается. Ну это логово Мантикора, блядь. Чё, пойдём в логово Мантикора? Вот опять, как вот опять. Сейчас и будет Мантикора и ее друг, блять, хуйня вот эта, блядь, сука. Как я угорался, то пиздец. Звучит как мультфильм, блядь. Мантикора и вот. Мантикора и ее друг. Друг Мантикоры, блядь. Такая же хуйня здоровеющего, друг Мантикоры, блядь. Ломан, что-то не похож. Ой, сзади еще бак был. Меня сковали. Там фиолет какой-то вывалился. О. Что ты сделал? Глаз вставил. Ага. Сундуки появились. Тут, кстати, тоже есть секретная комната. Там. А, в стиме пикнул нечаянно. Ну, где-то в игре вообще, не знаю где точно. Там, где за джинами надо будет идти. Надо почитать потом. Ой, блядь, жуки-носороги, блядь. Целая куча. Один жук, целая куча. Блять, во что Даня играет, пиздец. Ну, Айзека чё нет? Айзека, блять. Это говно. Айзек Азимов.
Нормальная игра, что ты. Люди на ней по миллиону зрителей набирают, подписчиков. По-моему, это лютейшая хуйня. А ты даже на этом не можешь набрать нисколько, как его, на Dark Souls. Я и не пытаюсь. Блин, мне похудело скоро надо будет. Если б я пытался, Мартын. Да, да, да. То было бы еще хуже, да? Да. Баны, девичьи. Жалко, тут нету этого автожрания бутылок. Там, допустим, если здоровье упало ниже 50%. Может, завтра, не сегодня. Завтра я работаю. Не хочу я туда. Не было. Издавать. Вот квест, ребята. В такси поедем, что главное? Не хочу особенно тратиться на такси. Я просто съездил такси, сейчас поеду, заплачу. Не хочу. Ника на деньги разводит, что ли? Ты будешь до Шачи Пати сидеть дома? Да. Хомяк, не соглашайся, это какая-то развод. Ты вообще, всё. Будь с тебя, брат, мужчина. Только сидит в стриме. Всё. Да, я хочу сидеть. Нихуя не делать. Хомяк в развитие уходит. В развитие, да. Пизду, эти клубы там одни оборванцы, нахуй. Скажи, что у тебя в тайге неплохой клуб. Да, у меня в тайге неплохой. Там веселее. Ребята, не могут в клуб ходить. Или ты там какой-то упоротый особо клуб? Да какой там клуб? Там, блин, это какие местные рокеры. Не это. Бесталантные вообще, черти. Тебе на деньги, что ли, разводят там? Я хотел, чтобы я сходил в клуб на рок-концерт какой-то, по-панков каких-то. Не панки, это классический. Классический, тяжелый. Это как пани классический? Есть хард-рок, есть, блядь, арт-рок, нахуй. Чё, определитесь, нахуй. Классический рок понятие. Скажи, что ты только на Кадышеву пойдешь и все, что ты хочешь. Я только на Кадышеву пойду. Не хочу я, не. Я вонючий, потный, а мыться я пока не хочу. Так это там как раз вы. Это все такие. Там все такие, да. Не, я не хочу. Давай этот фейс-контроль, блядь, не воняешь, блядь. Придут тянки вонючие, ты прикинь, это вообще пиздец. Ладно, я воняю, а тянки вонючие придут. Не хочу. А если тянок нет, то смысла туда даже нет идти, блядь. Да потому что там... Полный... Это какой-то гейский рок-клуб. Чё? Гейский рок. Я не хочу туда. Как группа называется? Радужная банда. Как группа называется? Ну ты мне скажи, как она называется. Радужная пантера, хомяк. Какой-то Эригор, блядь. Перегор. Не знаю я таких. Мне... Название не в душе. Или горб, горбатая гора? Да, горбатая гора. Блять, если б Еклесиас выступал, блять, ветерану. Дэс металла нашего, блять, я бы пошел. А так наша единственная новгородская группа нормально распалась. Остальное все говно.
попали живое в живое по радио. Не кричи на меня. Не. Не о, пойду. Есть еще, короче, херня. Да, ну, да, ты... Редкий пистолет есть. Два глаза. Да, иди, ладно, почему? Знаешь, ты, если... ты просто туда как этот телохранитель пойдешь. Да, да, какой из меня телохранитель 72 килограмма. Ты чё, шутишь, блять, на. Я максимум заломаю человека весом 80, блядь, на. Ты реквесты там. Ой, бля, меня пизданул. Не хочу я никуда, я не пойду. Буду сидеть вонять, нахуй. Блядь, какой мне, блядь, нахуй, концерт? Там, да там концерт, знаешь, классический рок, типа, знаете, хуже джаза, блядь, нахуй. Чего не хуже, как? Нужно, чтобы классика была, типа, Бетховен, да, блядь, Моцарт. Бетховен, Моцарт. Они и то живее делают музыку, наверное. Я знаю, что там пиздец. У нас в Новгороде, блять, нормальных групп по пальцам пересчитать, наверное. Ты не хочешь на концерт, это не знаешь, блядь. Запись мне покажешь потом, я скажу, нормально это или нет. В следующий раз, если они будут выступать, я, может быть, пойду. Трансляцию пусть ебанут в Ютубе. Да, да, в Ютубе пусть трансляцию. И я скажу на концерт. Вот бесплатный. Ну тогда тем более какие-нибудь, знаете, там ребят выступают, блять, нахуй это. Те, которые хотя бы хотят что-то как-то, блять, себя продвинуть. Эти, которые модные очки, блядь. Тюша Метелкин, блять, это. Да-да-да. В головах растут кресты, блядь. Бля, че прокачать? Бля, нихуя себе. Пацаны, бля! Я отступаю. Вы там сами. Меня уничтожили, унизили просто. Че там второй? Мартын один остался. А мне нормально, я из-за угла постреливаю. Неплохо так постреливаю. Так, чё вы, где вы там? Хуя, я себе нихуёво совсем постреливаю. Взрывы ядовитые. На 800. Мне слава прилетела за что-то. А я убил героя. А мне просто прилетел опыт, по-моему. Тебе просто прилетело, да? Прилетело просто. Клёпанный барсинет. А, с гербом, блин, показалось, с гребнем. Блять, надо сразу к вам-то пыхнуться, что ли. Да я уже добежал. Хомяк, кстати, подбежишь это? А, ну ладно. Я тебе потом. Так, подожди, блядь, я... Давай в яму, я блядь, пизду, мать. Не лезь пока в яму, стой. Я уже хочу, о, блядь. Тут сука, еще вещи. Трэш. Во-первых, тут еще трэш. Вещи, во-вторых, стой, иди сюда. Да, я вот здесь. Вот тебе еще. Сука, надо какая-то... У меня неведомая. На тебе в обмен, нахуй, что-нибудь. Давай, потому что у меня заполнен инвентарь. Так отправь зверя, блядь, в город. Че? Во, вот эта штука, комплект изгойна. А ты анти что-то? У меня просто щит оранжевый есть. Че? У-у. В смысле, не пользуешься или че? Не пользуюсь. Принципиально? Так, ну, у меня двуручное оружие еще висит. Погодите, сову надо отправить. Сову отправить надо. Сову. В клуб, что ли? Да, типа того.
Сова, пиздуй, короче, отправляй. Мамуш, у тебя будет столько дырок. Всякие ништяки. У меня и так два глаза тоже. Да, это всякие ништяки, вон там. Какое-то царство хаоса и гром. Да, у меня уже места нет в инвентаре. А я кота постоянно засылаю. И через 30 секунд от него и так толку от котов и от этих отцов не особо, блять, по-моему, им пиздит быстро и конкретно. Но он хотя бы вещи таскает в город. Это что такое? Пиздит мантикорно. Коняк, блять, не делай так, пожалуйста, мне страшно. Я заточил оружие ядом Джокера, теперь оно у меня зеленым хуя кислотным цветом. Ты там точно чай пить ходил? Да. Блять, я вообще до сих пор чай не попил, кстати, из-за этого я такой возбужденный. Чё ж ты делал все это время? Я слушал про концерты, блять. Не, я ж, мы ж еще когда это, я ж отходил когда на 20. Пока ты отходил, я пиздел с Мартыном просто, блять. Его нельзя было покинуть. Хомяк сейчас как твоя пантера с радугой и амулетом. Ни хера не взорвались. О. Блять, он не с той стороны вообще появился. Ё, блять. О, пошел в тень. Ох, уебали тебе, блядь, съебу даем. Мантикоры страшнее было. Погоди, это еще одна не одна. Далеко не уводи, а то появится рядом. Она за мной бегает, какого хера? Ебать. Наковыряла. Сука! Его так назвали. Так я тебе играю, друг мантикоры, блять, нахуй прикинь. Она еще хуже, блять, чем эта мантикора, блять. Да сейчас мы кого-нибудь тащим, у меня опять зарядилась мах. Я опять могу постреливать. Вот, меня видят мелкие мантикоры, по-моему, пыри какие-то. Мантикоры уже почти отъехали. Я пока подругу захуячивал. Я он камнями больно как сверху делает. Так, остался друг. Есть, ачивмент. А вторая ачивка будет друг мантикоры? Да, так. О, у меня опять загадочный пистолет оранжевый. Хомяку опять повезло. У меня двуручный. Загадочный нагрузник какой-то нахуй нашел я. Мантикоры нахуй. Друг. Вот твой друг, нахуй. Мать тоже мантикора, ёб. Мой друг, теперь труп. Ебать, нихуя она золотом насрала. Тут сундучок ещё. Глотает диарея, Фимур. Что за нагрудник? Инженер, нагрудник, оранжевый, нужен? Грёбаная дискриминация. Ты где, блять, нахуй, а? Я туточки. Сейчас я тебе... Ну, он учитель, неплохая дубин, дурочек. 17. Прям охуительная. 25. Ну, на неё ещё... Антихрист, блять, нахуй, дай. Ну, давай. Хомяк. А, херофей. Ща ему отдам. Вот. Да не, она 12 шанс критического урона и похищает 17 здоровья. Не надо такой пистолет? Где, чё? У меня пистолет есть. Ну давай пистолет, ёп. Да нет, тебе такой не надо. Ты покажи. Из рельса, сет, блядь. Я тебе скажу, что мне надо. Оранжевый? Да. Ну так по-любому надо. Ну смотри, он херня так. У меня у нас никаких свойств даже нету. Как и на пистолетах особо. Только на изгое. Да, давай. Ой, сокет есть, заебись. Вот.
хуёки. Только стрелять, ебать, 177 урона, блять, он на 29-й, конечно. Или ловкость, в принципе. Ну, ловкость я почти качнул уже до этого уровня. Гвоздь любой вечеринки написан. Талет. Услуга нам. Критический урон, 17 здоровья похищает. Плюс еще на яды можно заточить его. Нормально. Куда ты можешь камни те же зеленые сунуть? Один. То и два. Кому-нибудь сет Эзрохира нужен, нет? Че делает? Короче, ой, не сет, а часть сета. Короче, штаны. Че дает? Любому урону в ближнем бою... Ну, это явно творятся. Не мне. Это, короче, нашему Античу. Ты будешь собирать сет? Нет. У меня и так дохуя вещей, которые мне еще до уровня. Так. О! Уже могу взять мечик двуручный. Смотри, какая леса, блядь, в руках нахуй. Блядь, сука, знаешь, на чё он похож, блядь? А где ты? А, вот он. Сука, она что-то похож, блять, это хуйня спизжена, знаешь откуда, блять, это с World of Warcraft, блять, этот, сука, испепелитель ебучий, только без камушка внутри. В город никому не надо? Ну мне надо сейчас, ну я сперва выйду отсюда. Да. У меня камней просто слишком до хера. Я тоже сейчас... Скую что-нибудь, скую металлом. Да, пиздец, Мантикора и друг, я тоже пиздец помню. Чуть не жахнул меня, сука. Бежать успел. Одного, наверное, да, запарный. А может быть надо просто 4 ложить? А это что за мудак с игральными костями? Не знаю. Hey, today on... А, он рандомный предмет продает неизвестные. Которые патологии гипотетически могут быть этими. Для тебя, да? Оранжевыми. Ну как в этом, в Диабле этот. Игрок ёбаный. А где этот, блядь, сука, алхимик ебаный? Сейчас я к нему подойду, спрошу кое-что. Блядь, очкую. Ну-ка. Ах, блядь, сука. Пищит как противно, а. Так-то, не сделать. Ну, а чё не так-то? А, 27 уровень, блядь. Пам-пам-пам. Да пытаюсь посмотреть, как недрявую вещь, если подсунуть. Не хочу жезл проебать. 25-й, 24-й. Вот, блин, с дыркой 21-й. Двадцать восьмой. Ну, заточим сейчас, заебись. О, шлем истерии. Вот два свойства, может, тоже слышишь? Осеньку. Ну, так я тебе давно об этом сказал. Блин, рискнуть.
А, похер. Ты чё там рискуешь? А, нет, стоп. Да я дырку сделал уже, блин. Без, короче, вещь без дырки. Если ложишь вещи, туда же засовываешь камня, два такого же уровня, то дырявятся вещи. Это как? Ну вот смотри, у тебя есть без дырки вещь? Да. Вот отдаешь ее и такого же уровня или выше отдаешь этот. С дыркой, да? Или камень? Два камня. Два камня. Можно сделать дохуя дырок в одном оружии. Не. Там написано, что. Это в оружии или вещь любой? Смотри, у тебя любая вещь есть, которая без дырки. Да. Вот ее ложишь и ложишь. Два камня. Чтобы их уровень был ниже. Понятно. Ну все остальное ниже 17. А где ты нашел игрока? Ну внизу там в углу сидит. А, вон вижу. Вон кости, да, видно. А-а-а. Ну у него ценники, конечно, пиздец. Ну да. Еще не факт, что нормальное что-то. Лучше тех алкашей вызвать, блядь, которые задорого, но вроде проверенные что-то продают. Ну, знаешь, хотя, с другой стороны. Я у него взял вещь, мне сразу упало амулет вреда. На инженера, блядь. Тишин амулет. А, что дальше? Синее, вот. А, ну синее кольцо. До херища силы. Ой, кольцо легенд еще упало. Вот кольцо легенд, прикольная фигня. Я ох, ты оранжевые сапоги требуются. На Эмберлинга как раз надо тебе. Давай. Один с концентрации 35 к электрическому урону. Давай. Да вот сейчас. Он, я стою, куда ты побежал. Я, блядь, это выиграл, блядь, пидорас. Так. Ёбаный в рот. Только вот. Держи. За пистолет. А. У меня нету столько этих. Стат? Угу. А могу потом вернуть. Оставишь на будущее. А я не буду качать. Электричество там, не качаешь. Там силы надо 21, ловкости 21. 43 концентрации, стойкости 51. Это вообще какая-то хуй пойми, чё. Чё там было? Да это тут в телефоне, блядь, что-то смотрят. Это самое, а ты антич где? Я у алхимички. Ой, я тебе отдам эту хуйню. Погляди, а, занятка. Голда тут, конечно, очень ценится. Не то, что в Диабло всяких там, блять. Так. Сейчас, подожди, я кольцо перекину. А, я думал, амулет себе хороший выбил. То, что не себе. Там такой нормальный этот отражается урон. Ну да, кстати, неплохо. Ебать, 9 косарей. Так, мне бы еще одну. Есть у кого-нибудь оранжевая вещь? Любая там амулет подойдет? Ну, подойдет. Вот эту, который вставка. Да, подойдет. Не, вставка нет. Нет? Именно вещь. Ну, там 4 вещи надо. Ну,
давай я тебе кольцо отдам, это оранжевое. Оно тебе не нужно, что ли? Да нет, там оно. Одним меня это смущает, блядь. Mm. Попробовать. Добавлять. Посмотреть, в какую хуйню она там переделается. А, ну да, залупень какая-то. Даже я бы это не стал одевать. Ну, в смысле, даже учесть, что оно там на посохе и жезлов. Пойти поглядеть, какую херню она переделается. Чё, мантикору завалили? Куда теперь? Держим путь. Хомяк, у тебя какого цвета кольца? Кольца? Синего. На тебе оранжевое. В нем 300 здоровья тебе как раз. Чтобы не сразу умирать. Хорошо, что не для берсерка. Мне постоянно такие для берсерка валились. Короче, ну херня это вот обменять 4 вещи. Это если у тебя их совсем дохера, и ты не знаешь, куда их деть. Потому что, ну, это вообще бессмысленно. Их проще продать. Заклинание что-то не сыпется. О, можно же пойти какую-нибудь хуйню воткнуть в жезл. Что у меня там есть? А, во, похищается 4 единицы маны. Что там, блядь, все умираете? О, в принципе, можно же во все насылать. Дальше. О, если нажать Shift Z, то будет лечиться питомец, а не герой. Нет. Так, ну давайте пойдем тогда по этим, которые не обязательно. Да, мне кажется, если даже они обязательны, мы хлам-то оттуда квестовый сейчас подберем. Может быть, тут что-то как-то учтется. Темная расщелина первый день. Ой, блядь. Кстати, хомяк, знаешь, как тут джойстик подключить? Да. Слышишь? Ну это, блядь, этот. Как я понял, тут... Нет, там. Эмуляция. Эмуляция, там в Steam есть настройки управления. У меня этот.
World Art Online не работает, какая-то тоже джойстик не опознает. Залочить тоже, ну, намного удобнее будет на геймпаде играть, блять, залочить нужные скиллы на разные кнопки, чем, блять. Вот, паучок там, по-моему, жуткий здоровый, блять. Там какая-то хуйня светила, вон она. Ой, меня так чуть не траванул. Сейчас мана хоть регенится быстро, блядь. Ставил по камушкам. Камушки вставляете на реген. Да ладно. Нормально, тут мне вообще бутылки почти не нужны. Да, да. Статы качайте, когда уровень поднимаете. Да не. Это ж совсем. Какие-то разлетались тут. А это моя сова, ёп. Ну да. А нет, упыри в самом деле. Это нихуя, да, не сова оказалась. Там что-то назад. Набедренная цепочка, блядь. Ну, видимо. Капец, у меня пират, блядь, Джек, сука, проебейно. Глухарей. В принципе, так тут. Тут нас только в паре мест сильно там так купидоривали. А так неплохо идет-то. Помните короля скелета там? Где пиздец, умираешь, ну. Типа, и надо это, блядь, сауна. А, ну, пиздец, ну я понял. Я его еле прошел, блядь. Критическое мышление какое-то. Очевидно. Это тоже я не помню. Кого-то там смотрел. Он в пое в лиге постоянно играет на хардкоре. И... Последний раз он играл, но я не видел стрим, он после него говорит, я, короче, на хардкор хер заложил, буду следующий на софткоре играть. Говорит, заебало, интернет отключили, героя проебал, там какой-то 60-й уровень, второй раз. Свет отключили, опять захожу, героя проебал, 40-й. Ну его нахер этот хардкор. Они там за лиги зато не шпики же получают. Но я не знаю, там как-то есть разница между лигами. Ну хотя они там в основном эти спины раздают. И все что ли? Все ради чего мы пошли? Там ничего не пропустили. Ну, тут что-то есть. Да, наверное. Ну, нихуя. Мини-подземелье? С нихуя.
Блять, к резистам заебись штаны упали. Ну, блять. 19 резистов ко всему. Никому не надо. У меня уже почти все резисты под сотню. Хуя себе вы там. Ну хули, инженер ебучий. У меня по 60. Но у меня урон здоровый. А где посмотреть резистанс? Наверху, открою инвентарь. А вот, у меня, короче, к физике 120. О, хомяк, помнишь, у тебя был какой-то предмет на бесплодной земле? Был, по-моему, но его продал. Нахуя? Или нет, не продал. Нет, броня бесплодных земель у меня есть. Ну, я тебе сейчас дам сапоги к ней. Давай. Сам выберешь, какие их тут двое. Да я обе заберу. Нет, ну забирай так, это обе. Один к стойкости, сопротивление выбрасывает. Да забирай оба, не смотри. Ладно. Потом разберешься. Утверждай. То антич опять уже куда-то свалил. А тут у портала варх, который там. Ага. Блять, закрытый сундук этот еще маячит. Ага. Блять, рано я к этому мудаку. Ни хера, чуть-чуть денег не хватает, блин. Для вот чего? Козел, он сейчас уйдет, да? Кто? Через две минуты. Да лишь бы хомяк отсюда не свалил. Мне там не хватает 200 монет. Блять, проще было в город самому прыгнуть, чем кота отправлять. Вот помылка. Грунхейм, блять. Это как тот клуб, куда хомяк не пошел. Наверное, правильно сделал, да? Хули вы не воняете. Я че один должен? Вот это. Там, короче, сверху так жестко блевальнули. Но есть люди, которые воняют и идут, я воняю не хотя бы, понимаешь? Мы же пришли к выводу, что там наоборот надо... Надо вонять. Чтобы идти. Да. Ты сестра замыли. Ну да, в клуб какой-то, блядь, прибучный. Да я говорю, блядь, смысл, блядь, там какие-нибудь для... Эти, дилетанты припиздят, блядь, смысла это вот, сходил туда. Ну да, твой тонкий музыкальный слух. А ты видишь? Мне кажется, она тебя просто хотела взять, чтобы проблемы. А мне похуя. Какие там проблемы? Кто-то должен был оплатить такси. Да, кто-то должен был оплатить. Какие проблемы? Насилие или что там еще бывает? Позвонит, прибежим, нахуй. Ох, чё там далеко бежать до него? Новгород — это большая деревня, блядь. Бля, лол. Пусть текстуру. Оо, щупальца, нахуй. Ебучий шагот повылазили, блядь. Кто там опять, да? Некрономикон не той стороной на стол положил. Эш, блять, нахуй. А вот эти чуваки тоже на кого-то похожи, похожи на псов этих. Тиндала никак там, блять, они по времени, короче, бегают, Тиндала, да. И хуярят всех, да, Макс, по-моему, они? Я просто давно уже литературу Лавкрафта не читал, уже не помню. Ой, блядь, это герой. Неожиданный поворот. Хуя на нем дебафов лежит, целая куча. Сейчас мы затравим просто. Да сейчас он нас затравит. Затравим, да, говорит. Начинающий герой.
для этого я пока ничего не могу. Пока он будет это. А мне пока установим все развитие. Мне кажется, это, кстати, хорошая штука, блин, мне нравится. Маны сосет, конечно, много. Немота. Ну, немота, по-моему, какой себе. Если только у него отобрать визит света и выдать как немоту. Это вагина, блядь. Это, блядь, нахуй, по-моему, бегемот или как его, Левиафан. Да это устрица, ёпт. Да, это русский микс. Тихуй, блядь. Там, а, блядь, это мой скелет. Я подумал, там опять они поехали между... Ты сам на него. Хуйня лазит. Ну да, такое ощущение, что гримдаун отсюда свои эти уровни с этими тварями напиздило. Мелкая, ну не в лицо, давай. Я сам сделал. Ой, дает сопротивление всему болезням. Ой, чё за фигня? А вниз бегали? Сейчас бегаем. Да, тут не добрал ничего. Блядь, где тут ёбаная архитектура? Архитектура старцев ебучих, блядь. Опять Церетели обдолбился, да? Коней своих непонятных лепит. Это, сука, откатывается ебучий стул назад. Ну так на ковер по ставить. КД? Стул откатывается по КД, да? Ну, а мы там проход тоже пропустили. Ну вот там в самом этом. В углу там, да. В том стороне, но я там и спрашивал, что мы вниз. О, тут тоже неплохо. Капусту убей. Там еще сундук вон скачет. Блять, он меня сожрать хочет.
Надо в назад бежать, но там нет. Не походили в один уголок быть, там ничего нету. Ну я что-то прям кусок там вижу, мне кажется, он куда-то все-таки ведет. Оп! Тварь ее. По крайней мере, выход отсюда точно должен быть какой-нибудь портал. Ну да. Ну или какая-то херня должна быть еще. Вон. Портал. А мы, по-моему, даже не на максимальной сложности играем. Точно. А вот когда в зону переходишь, там написано игра реверс и ветеран. Как так? Хомяк опять как-то все так напутал. Но давайте максималку включим. Параметры. Тут, по-моему, во время игры включить. Или нельзя? Ух ты. Нихера не везу там. Я вошел там в эту хуйню. Какую? Ну вот это куда ты глаза доставил. Не, я не сюда глаза ставил. Где я в череп ставил. Ну вот он и есть. Вниз беги. Хомяк, просто портанись на нас, да и все. Это специально для тебя функция же. Вон, видишь, ветеран, игра, реверсы. Че, максималку ставим сейчас или что выходит? Ну а ты можешь? Ну выйти, если только. Да не да надо. Нихера, тогда там, уж. Там не набирается уровень сложно. Да нет, там и не выбирается, по-моему. Меня опять въебывают. О, опять это. Хомяк настолько расстроился, что его одно убили. О, о! Мне сейчас-то хватит денег. Да. Ледяной урон. Хомяк, ты луками не пользуешься? Да я всем пользуюсь. А что там происходит? Я там сидел, колдую, палку свою спокойно. Духи мамы. Че, давайте лук свой, что там у нас? Давай лук, ты там лук, давай лук. Все продается. А, я могу ему еще одно дать даже. Ему можно продать что-то, нет? Не. О, мне дали навык дрессировщик. Ой, навык, блядь, этот, ачивку. За 4 заклинания у Пета.
перестали дропаться заклинания. You are fortunate. А мне другое, мне зачарованный дали ачивку. За что? Ну, за то, что у этого пиздюка зачаровывал вещи. А. Ну и я один предмет на 3 уже зачаровал. А все остальные тоже в городе на максимум. Может, мне уже давно дали, а я не заметил. Мне что-то вместо огненных дали это. Электрические туда. Ну, видимо, у тебя электрический меч. Ну, до этого только он огнем. Ну, в смысле, он же только огнем бил. Он внезапно стал молнией хуярить. Поехал, видимо, головой. О, а кто у нас хилом балуется? Лечит кто-то бесконечно. А, или это... А, это эти. Источники маны херачат. Фантово так за камнем встал. Меня пидорасы сковали. Тут еще броненосец Потемкин, блять, фиолетовым. Там чипотя. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. А, это выбросы этой херни ману подкидывают. Себастьян ебучий. Я бы точно. Нихера его порвало опять. На золото. Счастливая монета какая-то. Панты в ломбард сдали, что ли? Золотой кораблин. Так, вот это. У тебя Эзро Хира есть сет, нет? Мартин? Не. Ошейник выпал на тебя? Нет, нету. Нет. Он тут классный. Подожди. А чё он там даёт? Подожди, давай добьём потом скажу. Тут черти, блядь. Я взял какую-то херень, не могу понять. Ой, тут мега, блядь, реанимация, она блядь. Она как действует. Герой. Ты меня бегал. Убивай всякую. Блин, я-то думала на это. А, нет, херня.
отменяется, не будет хилки. Тут не будет хилки на всех. Она как, ну она как-то не так действует. Я думал, она как, ой, а ее надо постоянно накидывать. Получается, метку ставишь, если в этой метке кто-то умирает, то нас хилит. Я лучше другую возьму херню. Это подземелье пройдем. Я прыгну в город и перераскину навык. Тут так до хера маны, что уже на компас поломался, у нас карта нет. Да вроде все отображается. Мы тут все закончили. Подземелье. Ну нет, у меня карта пустая, у меня нету. Подземелье, да, вроде закончили. А, золотые предметы самые лучшие. Когда бардак Ургон Экспресс сшить? Так, я в город. Мне надо ее раскинуть. Аккуратно. Я-то думал, оно это активируется, скауры. У меня украшение плюс один к найденному золоту. Счастливая монета, блять. Надо кому-то шнягу. Бля, мне опять хомяковский шлем. Прям тот же самый. Лук, что ли? Шлем. Который пиратский, блять. Может, он получше. Давай, гляну. Лучше уж я этой херней буду пользоваться. Ты где ходишь-то? Я тебя не вижу. Я в городе. А, я нет. Неожиданно. Сейчас я это закуплю зельями. Бутылки опять поменялись. Там, кстати, квест какой-то сдать можно. Вот я про него и говорил. Ну, постоим там, подождем хомяка. Да, заодно. Я взял динамиту чуть-чуть. Где квесты сдачи? Вот это, да? Hello there. No. Теперь вниз. О, прикольная так-то фигня, особенно для меня. Hello there. Ощущает единиц ман, скорость увеличения заряда. Блять, чё она сама меняется, не хочу я эту хуйню. Заебался, блядь. Кто туда уже мало? Хомяк убежал, что ли? Предлагают мне какие-то пистолеты. Разные. Нет, тут твой шлем в заложниках, блядь.
Верни перчатки из Нейрвинтера, да? И получишь шлем. Давайте шлем. Шлем. Ну определенно лучше, это следующий уровень пиратского шлема. Еще два сокета плюс брони. На... Я его пока что даже надеть не могу. Так как 27-го, не 28-го. Че, куда теперь? Вот сюда? Нормально мы так жахнули. Первый акт, это второй уже, скоро конец, да? Или не конец? Я не помню сколько. А, вот это, наверное, конец скоро. Вот тут, по-моему, я всю жизнь заканчивал играть. Ну тут акты длинные достаточно, все равно. Level up. Так, мне бы пету отправить. Ты тоже хочешь уйти? Шапку, а я хочу в магазин надеюсь посмотреть. Мне одной вещи до света не хватает. Допрыгай в портал. Давно открыт. Быстрее, чем пета отправлять. Хомяк, вот еще бесплодные земли я тебе сейчас еще отдам. Я жду вас, короче, возле портала. У я тут на 42 уровень уже есть. Начинается комплектная визирь. Капец, я кончаю. Прикиньте, как только траванул, они взрываться начинают ядовитым взрывом. Прокачал. Вот это урон, блин. Ну я ж тебе говорил, выбери, чем долбить будешь. И вкидывайся в эту херню. Блядь, жалко. У меня есть три вещи из четырех. Сейчас придем, там какой-нибудь мехазавр вылезет здоровый. Можно даже заменить две вещи. Можно напихать. Верни вот эту штуку. Так, ну я все. Да, я тоже. Нет, конечно, я не спасал. Так, сейчас посмотрю, сколько. Да я пока с хомяком там поменяюсь. Давай, что ты. Нет. Ну, это надо было тебе все равно себе оставлять. Вооружение бы потом засунуть. Вот три штуки, плюс 10 к критическому урону, зашибись. Ну, у тебя там на 6 предметов, окей? На 3 предмета.
Ладно, сейчас это доиграем эпизод. Ага. Хватит на сегодня. Завтра там чуть попозже. Я там уеду завтра сначала. Ой, ни хера себе. Ох, ё! Упанул, как упанул. Там... Грёбаный механоидный. Блять, ебучие жучки. Это что там такое? Ловушка, наверное. Там в полу какая-то хуйня была. Неплохо она так. Ну, он хомяк бесстрашный вперед всех бежит. Ну, на нем пускай проверим. Чисто там или нет. Вот это ловушка, ящик со свитком там где-то был. Ох, тут пилы просто, блядь. Ёб твою мать. Аккуратно с пилами, не стойте на них. Центр сразу передвигайтесь. Ебать. Нахуй. Все остальное мне не надо. Блин, тут не хватает вот функции, чтобы по КД сами кастовались заклинания. Ой, герой. У меня пара аур есть. Куда вы чесали, тут герой.
Ну, блядь, я еще должен налиться и ебашить. Ладно, я к вам его где-то поебать. Да я там скину чуть-чуть оттуда. О, прибежало чудо нахуй. С щитом. Ловушки сраные. Причем здесь ловушки прилично дамажат вообще дьявол. Тут пиздец. Дьявол нет ловушки? Есть там всякие хуйни мелкие. И же штырьки, блядь. Даешь, вниз. Раз интеллектуальный, да, блин. Гуд в голосину, пираты, разбойники. Что-то гуру там писал, а мы даже не видим. О, загадочный пистоль. Че? Да еще пистолет, такой же, как я тебе первый отдавал. О, давай. Второй, парни. Который на здоровье. Голумов тут раскидало. Может готовиться скоро. Воу-воу. Твой выход. Все дела. Ой, еще тут эти пушки плюс ножи аккуратно. Ремонтник смерти надо кому? Че ремонтирует? Голову. Тун. Никак хуйня, да. Роботы шмалятся. Thank you.
Он сзади за геккома возник вдруг. Новый уровень, отлично. Так, ну что? Фокусы, блин, силы чуть-чуть. Концентрация, короче, выделение. Погодите, лучше смерть. И главное бежать. Плохая комната. Комната с пулеметом. Кто ты? Я мафиозник. Права была права. Смотри, на склепа, думаю, антик нас тоже что ли догнал. Вот и выход на самый нижний. Механик, механик. Ждем, Макс. Кошка уже сама идет туда. Давай. Где прыгнем? Ой, они притягивать умеют. О, сука! О, меня затянуло. Просто.
Не страшно. Вон там сбоку, видите, статуи. Где-то. Зелье мне понадобится, пожалуй. У меня их нет нихера сейчас. Уже. На босса пригодятся. Дождь сверху падает. Я не знаю, ты хоть бы через ловушки так не бежал, что ли? Ебать, они затягиваются на пучину, блять, там. Даже мочить надо отравленными стрелами. Ну, да. Саркофаг, наверное, поднимет. Там саркофаг какой-то внизу. А чё, он открывается или чё? Ну он просто внизу. Ну его поднять надо. А, там где-то кнопка? My inventory is full. Тут рычаги, по-моему, какие-то. Вот один нажат, по-моему. Ну, один я нажал, с другой стороны. Я нажал еще один. О боже, это золото. О! Че? Это, наверное, хомяку. Чё там? Двуручная пушка, уникальная, пулемет. Зашибись. Ну, там нормальное такое, уникальное. Ты где? Да я за Максом. Сейчас к ходу добежим. Передашь. Наглую бежим, да? Если тебе вот любовь отдам, посмотрим. Тебе это надо. А, это для инженера, слушай, Мартин. Да почему? Ты тоже это можешь одеть. Я ее могу надеть, но у меня скиллы на нее завязаны. Понял? На пистолеты? Ну, у пистолет. Меня пистолеты, ружья, там, это, мортиры, это инженеру. Ну, Анте, что, она не нужна. Там какой-то из веток инженера. Я туда хоть пришел. О, механик самый, блять. О, пиздец. Тут босс. Ну, ладно. Механо. У него яда не есть, по-моему, как у механика.
Нормально, зато я его долблю так. От души. Там хлебопнулся. Что-то начинается, блядь. Кого-то вызывать начинается, блядь, пидорасы кругом. Тут надо расстрелять. Это я уже не на ком-то там набил. Электрические хуйни турели надо тоже ебашить, иначе они потом нам не дадут покою, блять. Да давай, колбу убиваем механика. Да все на меня падает, заебись, как нехорошо, да? Сейчас ага. Я только птичку отошлю. Это вы меня так успокаиваете? Дерьмо. Ну это так, логику если просматривать во всем этом. Пиздуй, да хат. Где там хомяк? Вот он. Мне бы вот истерии еще один какой-нибудь предмет. Эмберлинг, тебе штаны нужны? Кальсона Венса. Штаны Джастина Тимберлейка. Тимберлейка. Да. Где ты там, блядь? Съебался в город? Появляюсь. Ладно, сейчас я за вами. Че, все? Акт закончен, что ли? Да. Бунт против машин, блядь. Не надо бить. Большой нихуя. Давай что-нибудь. Так, сейчас эти штаны. Нет, еще не конец. Ладно, сейчас завтра. С джинами надо будет хуячить. Ой, пойду продам. Че, завтра будем уже? Пойдем, да? Ну да. Ну да. Сейчас я тут переставлю себе оружие. Я тоже все перекину. Перезагружу. Блять, я как Аладдин, пиздец просто. Арабский бандит. Да. Арабский. Хомяк, посмотри, ты там в магазине истерии ничего нету. Сейчас. Блин. Ты кузнеца или у кого? Кузнеца. Чё тебе надо? Истерия. Ну, посмотри, с этого ключа нету. Фиолетовый. Сейчас, смотри. Не, нихуя, по-моему, нет. А нет, они могут быть зеленого цвета. Не, нет.
О, ничего, какой-то. А, вон, надо почитать, может, как раз у джинов секретная комната.